что ж, дорогие друзья, давайте мы и начнем. Сколько мультик не смотри, а бизнес делать все равно придется. Ну и по старой доброй традиции, давайте плюсами поставим, насколько хорошо меня слышно. И вот микрофончик поближе. Ну, хорошо, дорогие друзья, сегодня у нас важный ответственный день. Ну, в принципе, каждый день важный и ответственный, но сегодня особенно важный и ответственный день, поскольку, значит, мы запускаем новую игру, вот, соревновательную игру. Один раз она у нас уже проходила, сейчас учтены ошибки, учтены, значит, предложения, замечания, и мы ее по-новому запускаем. Вообще, я хочу сказать, что вся жизнь игра. Вот жизнь надо играючи. Кто живет серьезно, не играет. Ну, тому тяжело живется и скучно. Помните, как у Миронова: надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо браться жить припеваючи. Ну и, конечно, как в всякой игре, здесь будут победители и будет приз. Будет приз, хороший приз. И о нем я скажу в конце. Ну, конечно, для тех, кто досидит до конца. Значит, вот когда мы делаем бизнес, надо четко тут абсолютно понимать, что когда мы делаем бизнес, главный показатель здоровья бизнеса – это его рост. Вот. Приход новых людей, даже так скажем, да, поскольку все равно, вот, если мы пускаем дела на самотек, некоторые люди постепенно, ну, не добившиеся успеха, отваливаются, остаются только самые крепкие. Но так или иначе, мы должны постоянно, ну, увеличивать этот бизнес. Да? Не то, что уж там круглые сутки пахать, но так или иначе совершать действия по его увеличению. Поскольку мы сейчас все с вами примерно в одинаковой ситуации, мы только все в начале, а как говорит наш Сэм Гуревич, еще даже ничего не начиналось, то наш бизнес должен расти заметно. То есть вот главный показатель его здоровья – это его рост. То есть вот в моем понимании, значит, да, минимум один новый партнер в неделю – это вот тот самый минимум, самый минимальный минимум, уже минимее как бы и нельзя. Если мы хотим иметь здоровый бизнес, конечно, вот у каждого свои цели, у каждого свои возможности, у кого-то что-то там не получается, выделить время, там еще что-то. Но так или иначе, мы должны каким-то, ну, стремиться стандартом, да? И вот минимум один новый партнер в неделю, вот тот самый стандарт, который, наверное, ниже которого опускаться, ну, не стоит, стараться не опускаться. Вот так вот давайте, да? Сгладим все формулировки, чтобы это не было. И существуют первые цели. То есть, какие первые цели надо достигать в плане вознаграждения компании FG Express? Вот как сказал наш главный наставник Кевин О'Коннор, первый человек компании в Новосибирске, абсолютно четко сказал, понятно, с хорошим переводом. То есть первая цель у человека, когда он приходит в компанию, это Drive Bonus. Что такое Drive Bonus? Первое действие, мы подписываем 4 человек, минимум, да, и добиваемся, чтобы в двух уровнях у нас было 1000 баллов оборот. Это вот первый, так сказать, шаг. А вторая цель, вот этих четыре человека, мы работаем с ними так, чтобы они начинали получать регулярно драйв-бонус. Каждые 4 недели $200. Конечно, помимо этого, еще другие в этот момент бонусы будут крутиться. И к тому моменту, как мы драйв-бонус заработаем, мы уже будем и одна звезда, значит, и там дополнительные деньги всякие будут получаться. Но стратегия построения бизнеса, стратегия определенная, выстраивание структуры, подписание людей, она простая. Первая цель – начать получать трай-бонусы, это значит минимум подписать 4 человек и добиться, чтобы 4 человек наших из первой линии получали трай-бонус. Это уже при деньгах. Вот в этот момент мы уже при деньгах. То есть в этот момент уже ощутимый заработок. Понятно, что если мы подпишем всего 4 человека, может быть, среди них только один согласится двигаться к трай-бонусу, значит, надо подписывать еще.
Но это вот показатель здоровья бизнеса. Мы подписываем, находим в итоге 4 человек, наш бизнес здоров, он растет там и так далее. И как только эта цель достигнута, то есть третья цель, беритесь за следующую четверку. То есть цикл повторяется. И как только мы сделаем несколько раз вот такой цикл, собственно, мы обнаружим, что мы имеем какую-то квалификацию там 5 или 6 звезд, доход хороший уже, да? Хороший, исчисляемый тысячами долларов в неделю. Вот, и уже можно там расслабиться, да, отдохнуть или еще что-нибудь. И вот игра-то и направлена на то, что мы будем играть, увеличивая свой бизнес. То есть соревнование будет именно по этому признаку. Увеличение здоровья бизнеса. И возвращаясь к предыдущему слайду, я хочу сказать, что зачастую, ну вот иногда я разговариваю с людьми, и не часто, но слышу. Значит, вот я на пороге большого рывка, через год я буду получать там несколько тысяч долларов в неделю. И когда спрашиваешь человека, а что сейчас, как твой бизнес растет, что там происходит, выясняется, что он не растет, ничего не происходит, и это иллюзия. Это иллюзия, не будет, если вот бизнес не здоров, он не растет, минимум один новый партнер в неделю не появляется, то, скорее всего, ни о каких чеках в ближайшее время думать не надо. Понятно, что у всех своя скорость, но вот тут четко надо понимать. Значит, игра у нас лидер регион. Соревнуются у нас 4 региона. Новосибирская область. Понятно, кстати, игра для всех. Да? То есть игра для всех, кто, вот, кто хочет, тот участвует. Вот, например, в прошлой игре Омск победил. Вот, а в итоге плоды пожмут все омские организации. Значит, да? Независимо от того, кто участвовал, кто не участвовал. Но кто участвовал и увеличил свой бизнес, по-любому выиграли больше. Соревнуются у нас 4 региона. Новосибирская область, Омская область, западные регионы, от Урала включительно и на запад, и включая Америку. Есть у нас уже партнеры в Америке. И восточные регионы, от Урала, не включая Урал, и на восток. То есть сюда вот уже войдет Тюмень, вот сюда уже войдет, значит, Омск, Новосибирск, Иркутск там, и вся Юго-Восточная Азия, включая Австралию и Новую Зеландию. Вот 4 региона соревнуются. Напомним, что в августе у нас победил Омск. Вот Омская область победила, значит, не без моего участия, прямо скажу. Я, честно говоря, думал, что Новосибирск победит. Значит, но вот что-то Омск победил. В этот раз у меня сильное подозрение, что выиграют регионы, либо западные, или восточные. Ставлю на восточные. Ставлю на восточные регионы, у нас Иркутск там потихоньку просыпается, у нас там другие люди подключаются. И даже если мы из него, из восточного региона Омска, Новосибирскую область выдернем, все равно вот рост обозначится вот где-то в других местах. Вот я так ставлю. Но, напоминаю, я один раз ошибся уже, да, и, значит, поставил Новосибирск, выиграл Омск. Хотя я прикладывал усилия, чтобы регионы выиграли, тогда у нас были все регионы, значит. Но вот Омск, да. Сроки и условия. То есть с 1 октября, то есть началась вчера. Началась вчера, и по 31 октября она продолжается. Мы учет этот ведем. И могу сказать, что восточные регионы уже имеют 100 баллов. Значит, да, восточные регионы уже вырвались вперед. Значит, выигрывают те регионы, где бизнес наиболее здоров, где подписывают. Учитываются новые объемы и объемы в первые в 4 недели. Вот этот пункт поясняю, поскольку компания бонус развития платит за первый заказ и за заказы в течение первых 4 недель, то и мы не уходим от этого условия компании. Значит, мы учитываем вот эти объемы, значит, которые в первые 4 недели. И у кого больше вот за месяц, в каком регионе вот таких больше объемов будет подписано, тот и выиграл. Все очень просто. Еженедельно будем подбивать итоги. Табличка будет вестись, вывешиваться где-нибудь в заметном месте. Все будет открыто, хорошо. И хочу сказать вам, что я не всевидящее око, я не старший брат. Значит, да.
и могу пропускать какие-то моменты, поэтому прошу до меня доводить. Тем более, вот подписание в структуре Дмитрия там не увижу, да? Но в Москве подпишешь, Дмитрий, это пойдет за счет московского региона. Когда отрубается интернет, чувствуешь себя беззащитно как-то. Чувствуешь себя беззащитно. Итак, значит, вот кто, кого больше, тот и выиграл. То есть вот простые условия, ну и призы. Призы. Вот призы остались прежними. Мероприятие или серия мероприятий в регионе с участием старших товарищей. Вот, и комплект рекламных материалов, буклеты, значит, которые вот наши старшие же товарищи из Красноярска в лице Антона Боха напечатают, вот, в количестве 1000 штук, которые будут вот равномерно распределены. Конечно же, я предвижу сложности, если вдруг выигрывают какие-нибудь регионы, западные или восточные. Но это сложности такие, которые приятно будет решать. Уж мы как-нибудь разрулим эту ситуацию. Но вот сейчас, например, в Омске 14 числа, 14 у нас будет проходить мероприятие с участием старшего товарища Анатолия Кашокина, как победителя региона вот в августовских, значит, играх, да? В августовских играх. И мы проведем тренинг, мы проведем презентацию и наградим, значит, рекламными материалами всех. То есть вот призы находят своих героев. И я хочу сказать, что из-за мероприятия, вот у Омска есть определенная преференция, но всегда после мероприятия какой-то всплеск обнаруживается, значит, надо всем в регионе его провести. Но я хочу сказать, что я сильно верю в регионы, вот прямо сильно верю в регионы, и во второй части этого тренинга даже постараюсь сделать максимум усилий, чтобы регионы победили. Вот. И будем мы стараться двигаться вширь, да? Вот такие призы. Я вам хочу сказать, что призы — дело хорошее. Мероприятие — дело хорошее, оно тоже направлено на развитие бизнеса. Но по-настоящему победит тот в этой игре, кто приложит максимум усилий, чтобы его регион победил. И здесь даже не особо важно, какой регион победит, да? Вот. То есть это вот та самая редкая ситуация, когда победа важна, конечно, но еще важнее участие. Увеличивать свой бизнес, потому что если ваш бизнес растет, значит, он здоров. А если еще вы играли так, что и победили, то это означает, что он не просто здоров, он блещет здоровьем. Он блещет здоровьем. Ну и так, сегодня у нас еще одна тема. А, ну и вот торжественно старт я объявляю, да? Торжественно объявляю старт и уже участвуем.